Всем привет! Вы на канале Киберлаб, и сегодня у нас новогоднее видео про маленькую елку, на которую я сделал беспроводную гирлянду. Беспроводными светодиодами я, конечно, никого не удивлю, они давно продаются на Алиэкспресс, но я покажу, как за копейки их можно сделать своими руками. Китайцы используют индукционную катушку, которая на частоте 70 кГц постоянно излучает электромагнитные волны. Я же предлагаю использовать любое беспроводное зарядное устройство от смартфона, которое, скорее всего, у многих из вас уже есть. Из плюсов такого подхода могу отметить, что при его использовании гирлянда будет не просто светиться, а мигать с частотой примерно 1 Гц. Подробно рассказывать про беспроводную зарядку я сейчас не буду, а если кому интересно, то могут прочитать про нее в статье, ссылку на которую я выложил под видео. В основном все китайские зарядки работают на частоте 120 кГц, но я все-таки проверю, на какой частоте работает моя зарядка. Как видно на осциллографе, чудо не случилось. Для того, чтобы собрать резонансный контур, нам понадобится дроссель и конденсатор. Можно использовать практически любую катушку, но чем больше у нее индуктивность, тем лучше. Дроссели можно выпаять из старых плат от бытовой техники. В конце концов, можно всегда намотать его самому. Если у вас нет прибора для определения индуктивности, то для выяснения ее параметров по цветовой маркировке воспользуйтесь таблицей. Для расчета резонанса контура можно воспользоваться онлайн-калькулятором, ссылка на который будет в статье. Нет необходимости идеально подгонять резонанс. Даже при смещении резонанса на 50% все будет прекрасно работать. А если использовать дроссель индуктивностью выше 1 мГ, то можно обойтись и без конденсатора. Так как на выходе контура будет переменное напряжение, то для получения максимальной эффективности свечения светодиодов лучше всего их подключить встречно-параллельно, как указано на схеме. Для подключения гирлянды с большим количеством светодиодов потребуется дроссель с большой индуктивностью, более 4 мГ, и с внутренним сопротивлением не более 10 Ом. Для сборки гирлянды я использовал все светодиоды, которые были у меня в наличии. Всего у меня их нашлось 38 штук. Гирлянда готова, теперь ей можно украсить свою мини-елку и поставить ее на свой рабочий стол. Друзья, поздравляю всех вас с наступающим 2022 годом и желаю вам всего самого наилучшего. Всем пока! Подписывайтесь и ждите новых видео в следующем году.